Чтобы разнообразить домашний интерьер, не обязательно отправляться в хозяйственный магазин за покупками. Многое можно сделать своими руками. Как? Рассказали на очередном мастер-классе в рамках проекта «Химки. Интересно жить». В этот раз жители научили мастерить настольные светильники. Встречу провел Антон Покусин. Будучи электриком в троллейбусном депо, в свободное от работы время он делает красивые вещи своими руками. В этот раз он буквально на пальцах рассказал о каждом этапе создания светильника. Берем патрон. У нас есть с двух сторон две части. Обратите внимание, которая зачищена длиннее. Именно длиннее. С одной стороны короткий, здесь будет вилочка стоять, с другой стороны будем делать подключение. Соответственно, прежде чем вставить патрон, нам надо открутить вот эти вот два болта. Мастер-классы – это новые знания и общение. Мария Пушкина много слышала о подобных встречах, но посетила впервые. Впечатления самые положительные. Я уже задумывалась, что купить в строительных магазинах, чтобы самой смастерить такой светильник и детей тоже порадовать. Плюс у меня муж стал работать с электрикой совсем недавно, и для меня это прям очень символично. Творческие, спортивные, интеллектуальные мастер-классы в Химках появились больше года назад. Проект стартовал благодаря просьбам жителей, которые пожелали разнообразить свой досуг, и депутатам. Депутаты обратились к главе городского округа Химки Волошин Дмитрий Иванович и говорит: «Дмитрий Иванович, давайте нашим жителям сделаем замечательный мастер-класс». Он сказал: «Да, супер», и началось. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. В газете «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте event@mhimki.ru.